Журналистское сообщество во многом продвинулось вперед в достижении общих целей, подчеркнула председатель областного союза Наталья Чернышова. Журналиада, автопробег, расширение партнерских отношений, в частности с представителями торгово-промышленной палаты Московской области, которые тоже присутствовали на съезде. Отметили работу подмосковных журналистов и коллеги Союза журналистов России, а также представители Московской областной думы, Главного управления по информационной политике Московской области. Одним из часто поднимаемых вопросов стало взаимодействие СМИ и власти. О том, как оно организовано в нашем районе, рассказала член Союза журналистов Подмосковья, ведущая телерадиокомпании «Щелково» Лилия Тимиева. На съезде решили и ряд организационных вопросов. Так состоялись очередные выборы председателя областного союза журналистов. На эту должность абсолютным большинством голосов вновь была избрана Наталья Чернышова. Еще из решения съезда в состав регионального отделения большого жюри Союза журналистов России выбрали Владимира Симонова, хорошо известного в Щелкове журналиста. А Евгений Докукин, генеральный директор ТРК «Щелково», вошел в состав правления Союза журналистов Подмосковья. И, конечно, большая часть встречи была посвящена вручению различных наград. Среди награжденных оказалась и ведущая ТРК «Щелково» Наталья Медведева, которая получила сертификат о прохождении семинара по повышению квалификации редакторов и журналистов.